Северной Осетии стартовало открытое первенство по боксу среди юниоров на призы Игоря Алборова. Турнир собрал 60 человек. Показать свои навыки приехали спортсмены не только из всей республики, но и из Южной Осетии. Три дня бои будут проходить в 10 весовых категориях. Победителей же определят в финальных боях 8 ноября. Они получат кубки, медали и призы. По словам организаторов, турнир имени знаменитого чемпиона Европы Игоря Алборова проходит впервые, но его постараются проводить ежегодно. Также отметили, что благодаря таким спортсменам, как Игорь Алборов и Мурат Гасиев, молодежи в залах становится все больше. Ребята готовятся, им надо где-то боксировать. И вот сделали для них вот такой турнир, чтобы они побоксировали, проверили себя, и чтобы тренера тоже посмотрели своих учеников. Сейчас хорошие боксеры, у нас хороший такой подъем бокса в республике. Тем более вот Мурат Гасиев, и после него очень много ребят пошли на бокс. Сам факт, что дети ходят, это уже хорошо, потому что это здоровый образ жизни, отрываются от улицы. И вообще спорт это прекрасно. Так что чем больше детей занимается, тем лучше. Не обязательно, чтобы все были большими чемпионами.